центре стенда марки Acura на автосалоне в Нью-Йорке будет специальная версия седана TLX под названием PMC Edition. На заводе в Огайо машину будут собирать вручную. Для модификации PMC предусмотрен единственный оттенок – Valencia Red Pearl с нанопигментной технологией, позволяющей сделать цвет более насыщенным и контрастным. В салоне расположится кресло с комбинированной отделкой кожи и алькантрой и рулевое колесо с подрулевыми лепестками. Под капотом полноприводного седана прописался шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра. Двигатель выдает 294 силы и 362 ньютон-метра крутящего момента. Коробка – 9-ступенчатый автомат. Ford Fiesta ST третьего поколения вышел в исполнение Performance, которое отличается доработанной подвеской. Заряженный хэтчбэк получил более жесткие пружины Ford Performance Blue и регулируемые амортизаторы с 12 режимами работы на сжатие и 16 на отбой. Клиренс модели уменьшили на 15 мм спереди и 10 мм сзади. Двигатель не трогали. Трехцилиндровый 1.5 развивает 200 лошадиных сил и 290 ньютон-метров крутящего момента. Первую сотню Fiesta набирает за 6,5 секунд. Тест-пилот компании Jaguar Land Rover Heavy Barrio Duato проехал кольцо автодрома Дубая длиной 5,4 километра за 2 минуты 19 секунд, а это значит среднюю скорость около 140 км в час. Самый мощный в истории Jaguar седан оснащен 5-литровой компрессорной восьмеркой от суперкара F-Type SVR, отдача которой увеличена на 25 сил, ровно до 600 лошадей. Первую сотню машина набирает за 3,3 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 км в час.